27. У нас задача другая – выигрывать кубок, уйти в плей-офф как можно дальше, поэтому я бы не сказал, что это наша задача на 90% выиграть. Если брать промежуточный этап, то, вы знаете, это такая хоккей, такая игра, что миллион случаев, не хотелось бы раньше времени спугнуть удачу или сглазить. Поэтому еще игра идет, серия идет до 4 побед, поэтому посмотрим. Завтра еще матч. То есть, честно, мы тоже копались в головах, почему так происходит. Хотя, казалось бы, при родных трибунах, при нашей поддержке наших болельщиков. Но плей-офф совсем другая игра, как говорится. Неоднократно много кто уже писал об этом. Поэтому мы собрались. И, конечно, игры проходили в очень упорной борьбе, жесткой. И, в принципе, по большому счету, как показали эти две домашних игры, она шла до гола. Поэтому, как бы, опять же повторюсь, 3-0, а не 4. Поэтому будем стараться завтра победить. Ну, а как игры в Краснодаре, так же и здесь, в Тольятти, проходили очень довольно-таки интересно. Моментов много. Но по своей команде скажу, что молодцы все-таки выдерживают игру в дисциплине. То, что создали, реализовали свой момент, это тоже очень важно в играх плей-оффа. И, как говорится, начинаем, наверное, учиться, имея в виду не отдельных игроков, а команду целиком. Уметь довести игру до логического завершения, то есть иметь преимущество две шайбы, как бы. Я думаю, что соперникам было больше идти на атаковать, поэтому мы спокойно шли в оборону, ждали момент, если будут еще воспользоваться ошибками в обороне. Поэтому как молодцы, что сдержали натиск Лады в третьем периоде и довели игру до логического завершения, которое нам необходимо было. Начали игру довольно-таки неплохо, но допустили ряд грубейших ошибок в обороне, которые, скажем так, поставили еще после первого периода под сомнение итог матча в нашу пользу, да? С такими ошибками в линии обороны, в высоких задачах, конечно, в плей-офф говорить сложновато. Конечно, моя вина в том, что мы долго думал, кого поставить на сегодняшнюю игру. Остановил выбор на том защитнике, который и привез первый гол в свои ворота на ровном месте.